Здравствуйте, это канал Herbos.io, и сегодня мы поговорим про специи для пиццы. Все мы знаем пиццу и любим это блюдо за отменный вкус и простоту приготовления. Оказывается, пиццей начали наслаждаться еще с давних времен. Считается, что авторами этого блюда были древние греки. Смешав муку с водой, они приноровились выпекать на углях круглые лепешки, добавляя к ним различные овощи, оливковое масло, мясо и сыр. От современной нам пиццы те лепешки отличало отсутствие помидор. Они появились на Апеннинах в XVI веке и одно время считались непригодными для пищи. Бедняки, населявшие окрестности Неаполя, попробовав этот заморский плод, стали использовать его для начинки лепешек. Так пицца обрела новый вкус. Благодаря простоте приготовления и возможности варьирования рецепта, пицца уже давно приобрела мировую популярность. Главными компонентами блюда являются тесто, раскатанное в тонкую лепешку, томатный соус, сыр, всевозможная начинка и, конечно же, пряные травы. Специи, добавленные в тесто или соус, ароматизируют готовое блюдо, подчеркивают вкус основных ингредиентов. В состав специй для пиццы входят кориандр, базилик, паприка красная резаная, имбирь, кунжут, чеснок, лук и другое. Если для вас была интересная информация, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.